Утро понедельника для жильцов дома по улице Лиможа выдалось недобрым. Хозяйка квартиры на первом этаже почувствовала запах гари и увидела дым из подвала. Женщина вызвала спасателей и оповестила соседей. Жильцы самостоятельно покинули квартиры. В Гродненский городской отдел по чрезвычайным ситуациям сообщение о задымлении подъезда и жилых помещений поступило в 10:54. Пожарные немедленно выехали на место происшествия. По прибытию было установлено, дым идет из подвала. Горит одна из складовых ячеек жильцов. Пламя спасателям удалось потушить быстро. В результате пожара никто не пострадал. В кладовой ячейке, где произошло загорание, повреждено имущество и закопчены стены. Предполагаемой причиной возникновения пожара послужило нарушение правил эксплуатации электрооборудования, конкретно электроосвещения. В ходе проведения дальнейшей проверки причина будет установлена. МЧС еще раз напоминает, не допускайте захламления кладовых ячеек горючими материалами. В особенности запрещено прокладка электрических сетей самовольная. А также, покидая данное помещение, не забывайте выключать электроснабжение и электрооборудование.